120 тысяч нижегородцев проголосовали в рамках проекта «Вам решать». Этот проект был запущен по инициативе губернатора Глеба Никитина для того, чтобы жители сами могли выбирать те объекты, которые будут благоустроены в этом году. Программа уже традиционная, но финансирование растет из года в год. В этом году выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. До окончания голосования остались 4 дня. Зимой мы ходим кататься на коньках. Мы даже до школы ходили сюда, знали, что здесь ее обслуживают. Хотя она в таком состоянии, но ее всегда обслуживают. А сейчас мы просто, пользуясь тем, что можем иметь новую площадку, мы думаем, что здесь просто больше будем проводить времени, потому что она будет комфортней, безопасней и удобней для детей. Здесь планируется наружное освещение. Также от жителей поступало очень много обращений, то, что при спуске очень темно. Также были несколько случаев грабежей, поэтому здесь запланировано обустройство наружного освещения данного лестничного схода. На данном объекте планируется установить 28 светильников. В этом году проголосовало огромное количество нижегородцев, рекордное, более 120 тысяч проголосовало по сравнению с прошлыми годами. Это такой серьезный рост. Традиционно активен Автозаводский район, Сормовский. В этом году Нижегородский район активен. Буквально 4 дня осталось до окончания голосования по губернаторскому проекту «Вам решать». Поэтому призываю всех, кто еще не сделал свой выбор, определиться с теми местами, локациями, территориями, которые находятся рядом с домом, рядом с работой, рядом с местами интересов, которые жители хотели бы улучшить.